Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Изигра. С вами снова я, игрок Адор. Сегодня бы я хотел замечательную такую карту вам показать. Называется она Tour Dash. Смысл этой карты. Нам предстоит предоставлена из себя мини-игру. Нам предстоит добежать до двери через полосы препятствия за ограниченное время. И это мини-режим короткий, но зато довольно сложный. На ней вы сможете отлично прокачать свои навыки в игре, но и еще вы сможете устроить соревнования с друзьями. Отлично! Давайте переключимся. Так, ну сейчас попробуем. Что она нам даст? Так, это как всегда на английском все. Угу. Так. Так, тут что? Ясно. Так. Туда бежать, наверное, да? И пошел. Ай-яй-яй-яй. Куда бежать? Стой. Ай. Ай, блин. Нет. Нет, я не добежал. Мазафака. Так. О. Чё? Это что? Тоже бежать? Давай побежим. Беги. Фух, мы дошли. Так, давайте заново. И раз, пошел. А. Не понял. И пошел. Эй, я хочу туда-обратно! Да впустите меня туда! Блин. Да, хватит, все, не падай. Беги. О, открылось! Ай, зайди! Фух, мы зашли! Блин, не успели. Не успели, капец. Что делать? Так. Ай, обратно бежать надо. Так, беги. Да. Нет, я хотел... Что за звук был? Так, ладно. Я хотел захитрить немножко, но, увы. Так, беги. Фух, так, давайте еще раз попробуем. И... А, подожди. Все, отлично. И пошел. Все, понял, надо нажать точно. Выйди. Беги. Давай. Нет, я не закрывайся. Нет. Давай. Беги, твою же. Ай, блин, нет. Блин, я не смог, ребята, ну капец. А, вы это видели? Ох, блин, теперь заново надо. Ох, давайте последний раз попробуем. Давай, назад, беги. Эй, беги. Ну же. Беги. Так. Фух, мы вернулись обратно. Так, давайте еще возьмем. Отлично. Нажимаем. Беги. Не останавливайся, даже назад не смотри. Беги, нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Беги. Ай, беги. Ай, нет. Нет. Ай, открой дверь. Блин, у меня пукан горит. Ай, блин, я хочу туда пройти. Ну, увы. Не получилось, ребята. Да, капец. Ну да ладно,
не будем отчаиваться. Как бы можно заново начать, но, блин, ну, скорее всего, навряд ли. На этом я закончу, наверное. Блин, ну это что такое, блин? Алло. Нам ничего не дается, нет. Эй, он же прозрачный, ну можно пройти же, ну блин. Капец. Да ладно. Вот это я не ожидал. Вот эти плитки не ожидал я. Ах, блин, ладно. Давайте обратно, может, убежим. Почему он не открывается нормально? Вообще не понимаю. Так, это что? А, это... Все, можно отсюда начать, да? Так, давайте переключимся на третье лицо. На этом я закончу. Обзор такой карты. Так что, ребята, если вам понравился данный видеоролик, поставьте лайки, комментируйте, подписываемся. Также нажмите колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Будут также различные такие эпичные карты, также сервера, обзоры на сервера. Так что, ребята, всего хорошего. Чао, какао.